Всем привет, ребята! Меня зовут Никита, вы находитесь на канале Best Games. И сегодня мы будем играть в игру под названием Among Us. Ну что ж, погнали, давайте в онлайн. Так, вот в общем заспавн, здесь можно выбрать цвет. Ну давайте зелененький выберем. Это просто прикольно. Так, отлично, игра уже началась. Один импостер. Так, мы здесь можем использовать кнопку. Ну, надеюсь, вы знаете суть игры. Она уже стала популярной в последнее время. Здесь, в общем, надо найти предателя. Вот. Среди нас один предатель, мы должны его, в общем, вычислить и выкинуть его в космос. Но самое страшное, что неизвестно, кто предатель. Вот, допустим, мы обычные. Вот здесь карта есть, в общем, здесь задание. О, блин. Так. Голубой. Это голубой, ребят, был. Так, ребят, вы все видели? Блин, нет. Баба Капа не был предателем. Блин, меня убили. Чё? Я призрак. Чтобы... А, то есть, чтобы выиграть, надо еще задание закончить. Думаю, что мы просто будем летать. И... Так, давайте по-быстрому все задания. Это Галя жрать. Да это не синий, ребят. Вот этот голубой. Он здесь выберет правильно. Я за голубого проголосовал. Да вы не за тех голосуете. Чё, Грис еще? Может, вы все здесь импостеры? Ненормально, ребят. Да блин, да вы не тех выкидывайте. Синий не был предателем. Так, ну давайте в админ пойдем. Так, Болик покинул игру. Так. Ну, типа, это не очень хорошо, да. Так, блин. Галя жрать. О, господи, да что такое прям? Раздолбалось уже. Да господи, это был голубой. Ребят, надо все равно ходить по отдельности. Надо по отдельности ходить, потому что если мы будем вместе ходить, то это неинтересно. Так весь смысл игры теряется. Ну серьезно. Да господи. Давайте голубого выкинем. Господи, никого не выкинем. Так, что мы... Я еще не дотел здание, вот сторожа. Здесь. Надо дополнить. Вот еще Upper Engine.
кто. Да. Это была Галя. Вот Галя. Выкидывайте ее нафиг. А кого выкинуть? Выкинуть. Да нет, вы что, с ума сошли? Господи, ребят, наши союзники так тупили, просто жесть, я не могу. Ну ладно, ребят, вот такая не очень хорошая игра у нас была. На этом мы будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые веселые интересные видео. Также не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, подписываться на меня в Инстаграме. Также не забывайте добавлять меня в друзья ВКонтакте, ведь я добавляю абсолютно всех. Также смотрите ролики слева и справа, ставьте лайки другим моим видео. И на этом все. Вы были на канале Best Games, с вами был как всегда Никита. Всем удачи, хорошего настроения и всем пока-пока.